когда последний лист земли коснется, и птиц прощальные умолкнут голоса, необъяснимая печаль в душе проснется и очарует стылой осени краса. И в день холодный, в день безмолвный, когда весь мир как бы подчеркнутый дождем, в себя вдыхаю грудью полной, мы с миром заодно и песни одну поем. Без этой песни одиноко мне живется, без этой родины среди лесной глуши, отсюда летопись моя ведется. Здесь корни тела моего, моей души. На берегу высоком церковь выстремится. За много верст окрест ее видать мне эта церковь часто снится. Кто жил в деревне, может, тот меня понять. Русь изможденная, пожарища тревоги, боль и обман с тобой, который век они твои, как и разбитые дороги, как мутная вода твоих великих рек. Когда последний лист земли коснется, и птиц прощальные умолкнут голоса, необъяснимая печаль в душе проснется и очарует стылой осени краса. Приветствую вас, мои дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. Вот такой прекрасной душевной песни я хочу начать сегодняшнее видео. Вашему вниманию будет обзор хризантемы на начало ноября, 5 ноября, регион Курская область. У нас были заморозки, был небольшой снег, снег растаял, но хризантема очень хорошо после снега воспряла и показывает далее свое цветение. Это видеообзор будет последним в этом сезоне, поэтому, друзья, смотрите вместе со мной, наслаждайтесь красотой осеннего цветочка. Это царица осени, конечно же, хризантема. Перед вами была лиловая корейская хризантема, которая цветет очень обильно. Сейчас эльф Yellow продолжает свое цветение, это мультифлора. Кстати, в нашем регионе мультифлоры. Процентов 80-90 они зимуют в открытом грунте. Конечно, не всегда такое может быть, потому что все зависит от погодных условий. А погодные условия бывают разные. Если снега мало, хризантема может, конечно же, наша не перезимовать. Если снега много, это хорошо воздействует на зимовку хризантемы. Посмотрите, как красиво смотрится вот такая нежная красотка. Это Сунд Крем сорт называется. Конечно, шаровидные кусты, они имеют большую пышную форму, но перед вами небольшие кустики, потому что все растения уходят у меня на формирование букетов. Я вам не раз показывала свои букеты, которые формирую из своих осенних цветов. И сейчас, конечно, пик цветения хризантемы. Королева эстрады цветет своими необычными цветоносами. Каждый лепесток как ресничка. Очень красивый и великолепный сорт. Ну а в этом, друзья, году меня поразила вот такая красота. Это новинка этого сезона у меня. Называется сорт Белг 1709. Вообще, сорт Белг, его много. И каждый вид, каждый сорт хорош по-своему. Но в этом году именно вот этот сорт, он превзошел все сорта, которые у меня есть на участке. Чем же? Тем, что из одного черенка вы не представляете на самом деле, какой был куст. Во-первых, обломилось несколько цветоносов. Во-вторых, я срезала не одни побеги, не одни ветви с цветоносами на букеты. Вот все, что осталось. И вы представьте, какой изначально был шикарный, обильный
большой куст. Очень прекраснейший сорт. Надеюсь, размножу его для следующего сезона. В этом году некоторые сорта хризантемы не зацвели. Хотя в прошлом году они в этот сезон уже отцвели. Но, наверное, все же влияет летняя погода. Потому что в определенные часы растения лучше притянить. У хризантемы короткий световой день. Поэтому она зацветает лучше, когда стоит более прохладная погода и такое жаркое лето, и тогда это растение покажет нам во всей красе еще в ранний срок. Ранние сорта начали цвести с сентября месяца, хотя в августе в прошлом году они цвели. Очень красиво в этом году показала себя коралл игольчатая. Вот такая великолепная красотка. Это корейка, которую я покупала у нас на рынке. И она очень хорошо зимует. Вообще корейки в нашем регионе отлично зимуют без укрытия. Корейку я никогда не укрываю. Выкапываю только тогда, когда мне надо размножить тот или иной сорт, получить побольше экземпляров. Компи Вайт перед вами, она вся в основном ушла в этом году на букеты. Куст был шикарный, обширный, пышный. Мультифлоры продолжают цвести. Есть совсем низкие, где высота 20-30 сантиметров, они разные по высоте, разные по форме цветка, по размеру цветка. И, конечно же, у такого вида, как хризантема мультифлора, огромное количество сортов, видов и расцветок. Продолжает цвести такой сорт корейской хризантемы, как миотида. Вот такая она сейчас в бронзовом, желтом оттенке. В этом году она в основном вся ушла у меня на продажу. Я оставила только один куст для себя для размножения. Очень красивый сорт, потому что он зацветает еще с августа месяца. И продолжает цвести до самых, друзья, заморозков. Ну вот и все, друзья. Вот такая яркая прогулка осенняя получилась по моему саду. Если понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи, мира, добра. Пишите комментарии, мне будет очень приятно. До новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока!